Минувшие выходные выдались богатыми на красивые дни рождения. Точнее сказать, на дни рождения красивых людей. Так, например, совсем недавно исполнилось 32 года нежной Алсу. Поздравления для певицы прямо по курсу. Алсу, вы потрясающе талантливая. Я вас поздравляю с днем рождения. Желаю вам вечного вдохновения, творчества, молодости, красоты и счастья. Я желаю здоровья. Я желаю счастья женского, творческого. Она молодая мать, супруга и потрясающая певица. Дорогая Алсу, ты очень талантлива. Я хочу тебе пожелать, чтобы... Я не знаю даже, что сказать. У тебя и так все хорошо, пусть будет еще лучше. Проводи все время свое счастливое со своей семьей. Радуй нас новыми песнями. И ты обалденная. Ура, с днем рождения! Вы знаете, я очень сильно люблю певицу Алсу. Почему? Потому что мы, когда начинали, еще были на «Фабрике звезд», она к нам приезжала, с нами пела. Это было такое счастье, когда такой человек приехал к нам. Спасибо огромное. И, конечно же, поздравляю. Дай Бог здоровья, радости, счастья. Что может пожелать бедный цыган? Конечно же, любви.